Опробование автоматики АДКЗ на подстанции 110 кВ. Рабочее место подготовлено. Линейный разъединитель отключен. ЗН в сторону трансформатора включены. Сейчас я буду опробовать реле БРО, блокировочное реле отделителя. Буду подавать во вторичные цепи ток. И при прохождении электрического тока через это реле, которое находится вот здесь вот в приводе отделителя, вот оно, это реле, я буду подавать во вторичные цепи электрический ток. Реле, по идее, блокирует отключение отделителя в то время, когда через короткозамыкатель, при включении короткозамыкателя, проходит ток короткого замыкания вот по этой шине. Этот ток контролирует вот этот вот бублик, так называемый трансформатор тока. А когда линия отключится выключателем вот с той стороны, на другой подстанции, ток исчезает во вторичных цепях. И в это время реле БРО отключает отделитель. Сейчас я это все буду имитировать. На клещах токоизмерительных это будет видно, электрический ток. Реле будет очень сильно гудеть, так что не удивляйтесь. Пролетело. Так. Давай. Шесть с половиной доходит и все. Давай. Сейчас спустишься, на. Приехали. Вот. Сейчас я ее взвел. Сейчас вот оно в исходном положении. По идее. То есть ток появляется, у нас там боек вверх уходит. Потом ток исчезает. Падает вниз, освобождает вот эту пружину. И эта пружина штока поднимает вверх, и уже привод отключается. Давай заводим. Так, отделитель включили. Сейчас подаем ток на вторичную обмотку реле БРО. Давай. Подтянулось. Не опустилось. Оно подтянулось. А пружина-то уже ослабла. Да, теперь она отключает.
идем заводить генератор 5-киловаттный Mitsubishi Pajero Motors. Пуск. Сейчас будем подавать ток во вторичную обмотку в токовой цепи реле Бро, блокировочное реле отделителя. И этот отделитель должен отключиться. Так, сейчас жди. Вроде видно цифры. Давай. Даже клещи только измерительно упали. Ток исчез, и в этот момент боек ударил по планке, отключающей, и привод отключил отделитель 110 киловольт. Все работает замечательно. Также в приводе есть катушка по напряжению, которая также в схеме релейной защиты стоит, защита трансформатора, то есть отделитель отключается не только от реле Бро, но и вот от этой катушки, которая также воздействует на планку отключающую. Ток подавали вот от такого супер прогрузочного устройства с названием PU1.